Сегодня молодая семья Устюжаниных меняет не только дом, но и населенный пункт. Из села Русский Акташ они переезжают в Альметьевск. Как и для всех переселенцев из аварийного жилья, новоселью они безумно рады. В прежней квартире условия оставляли желать лучшего. Отопление, холодно зимой, канализация, ну, условия уж минимально, вода на улице, туалет на улице. Строительство дома номер 31 по улице Галеева было начато в феврале 2016 года. Дом 10-этажный, в нем 374 квартиры. Заселение проводится в рамках республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Всего до конца года в Альметьевском районе по программе переселения ключи от квартиры получат 54 семьи. Каждая семья должна иметь отдельную квартиру. И для этого в республике, конечно, работает очень много программ. Если посмотреть 2016 и 2015 года, мы ежегодно сдаем 2 миллиона 400 тысяч квадратных метров жилья. И 2017 год не исключение. После торжественного митинга вручение долгожданных ключей. Квартир новосела еще не видели, поэтому, получив ключи, все пошли познакомиться с новым домом. Честь открыть дверь квартиры в семье Устюжаниных решили предоставить самому маленькому, сыну Макару. Денис и Маргарита сразу начали планировать, куда поставят мебель. А Макар уже подбирает место для своих игрушек. Куда игрушки свои поставишь? Сюда. Сюда поставишь? А кровать? Кровать туда? Соседкой по этажу молодой семьи стала Гульсира Гареева. Раньше она жила в доме по улице Белоглазова, 109. Передать радость от переселения в новое жилье женщина без слез не может. Давно мечтала новую квартиру. До пенсии вышла. До пенсии, ну, может, есть или не будет квартира. Вот за это я думала. Дай Бог дала квартиру, новую квартиру. Все квартиры сданы под ключ. Отделка чистовая, есть плита, радиаторы, отопление индивидуальное. Уже поданы вода и газ. Благоустроена и придомовая территория. Во дворе нового дома уже и спортивная, и детская площадка, где есть качели, песочница и беседка для отдыха. Теперь свое свободное время семья Устюжаниных может проводить здесь, со своим сыном Макаром. Зарина Нуруллина, Эдуард Прокопьев, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».